Не побрезговали обокрасть и скорую помощь. В ночь на 31 мая в горбольнице номер 4 угнали служебный автомобиль «Нива», купленный по программе модернизации здравоохранения. Розыск идет больше недели, но положительных результатов пока нет. В горбольнице номер 4 угнали служебный автомобиль «Нива», купленный по программе модернизации здравоохранения. 31 числа в начале 2 поступило сообщение из 4-й городской больницы по факту пропажи служебного автомобиля. Группа следственно-оперативно на место выехала, были проведены все необходимые мероприятия, взяты следы, обуви и пальцев у рук. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению, задержанию лиц, совершивших данное преступление. Машину украли из гаража, где стоит весь автопарк учреждения. Дежурного водителя на момент похищения в гараже не было. Он находился на выезде. По странному обстоятельству угнанный автомобиль загораживала другая машина. Но похитители не стали искать легких путей и совершили замысловатый трюк. Выгнали из гаража первую машину, затем «Ниву» и мешавший автомобиль вернули на место. Никаких других пропавших вещей или оборудования не было. Данный трехдверный автомобиль «Нива» был в эксплуатации 2 года. Рабочего оборудования в нем не было. Стоимость пропавшей машины оценивается примерно в 260 тысяч рублей. Этот автомобиль нам очень важен. Он обслуживал территорию как раз сельскую. Это 2 ФАПа и центр общеврачебной практики. Поэтому территория отдаленная, там без автомобиля, конечно, нельзя. Сейчас мы этот автомобиль заменили УАЗиком. Тем не менее, конечно, страдает, получается, работа, которая здесь в больнице. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на розыск автомобиля. Сотрудники полиции не разглашают более подробную информацию, дабы не воспрепятствовать ходу расследования. Администрации больницы принимаются все необходимые меры для дальнейшего недопущения подобной ситуации.